Политологи Израиля считают, что предложенные Нурсултаном Назарбаевым пути решения проблем, с которыми в скором времени может столкнуться весь мир, должны помочь выйти из возможного кризиса не только Казахстану. Рецепты, которые предлагает казахский лидер, они в данной ситуации вполне корректны. В нынешних экономических перспективах выживание стран, которые базируются исключительно на использовании, на экспорте природных ресурсов, находится под вопросом, и экономике нужна глубокая модернизация, перевод ее на постиндустриальные рельсы, и с этим очень трудно не согласиться.